Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Лёша, и сегодня мы играем в игру под названием Roblox, побег от бабули. Ох, внучок, давненько мы не виделись. Я тут ремонт устроила. Да, бабушка, что-то я ничего не понимаю. У тебя тут спаунпоинт не работает. Так, бабушка, что ты делаешь тут на креслице? Да бежу, как веришь. Ладно, друзья, давайте идем проходить. Так, тут какой-то чувак. Не, я не буду слушать твои советы. Ой-ой-ой. Бабушка, да у тебя тут кошки. Ой, я хотела ее погладить, она меня съела. Ладно, кошечек мы трогать твоих не будем. Целых 5. Вот корм же ты им покупаешь? Конечно, покупаю. Только вот всем им разный приходится. Ну да, бабушка. Ты тут такой неплохой ремонтик устроила. Очень даже неплохой. Ужасный ремонт, бабушка. Ну вот ужасный. Вот хуже ремонта точно не бывает. Вот хуже ремонта не бывает. Так, эта дверь закрыта. Иди через другой ход. Что, за эти коробки? Парень, через какой ход? Да что ж ты такой дурачок? Дурачочек. Вот, видишь, картина. А, теперь я понимаю. Все, спасибо, дедушка. Вау, погнали, друзья. Вау. Моей бабушке такого точно нет. О, друзья, я знаю эту игру. Так, может мне через коробки? Нет. Может через... Ой-ой-ой. Только не в вентиляцию. Как моя бабушка такое делает? Я даже не знаю. Может она тут... А, она же... Бабушка, ты как это все проходишь? Да вот вспоминательные таблетки пью, чтобы запоминать все. Вот это да, бабушка. У тебя есть еще и специальные таблетки? О, кажется, я как бы вернулся. И меня это сильно пугает. Друзья, мне нужно все-таки как-то найти путь. Я ничего, к сожалению, в этой игре не понимаю. Я в нее играю впервые. Я тут ничего не играл. Так, друзья. Опа, опа, опа. О, здрасте! Да что ж такое, друзья? Нужно, друзья, как-то найти все-таки этот путь. Этот Млечный Путь. Млечный, где Млечный Путь не заканчивается. Так, ну, бабушка, как ты это все? Да что ж такое? Друзья, я тут вообще ничего не знаю. Да я по кругу хожу. Чувак, ты еще тут? Чувиха, поможешь мне тут разобраться? А то я ничего не понимаю. Ну что ж такое, друзья? Я тут хожу кругами. Вот кругами. Похоже на то. Я тут не могу разобраться. И то моя бабушка, хоть и старенькая, но как-то помнит, куда идти. Кажется, это она. Да сколько? Я уже сюда третий раз прихожу. Ох, друзья, меня это очень сильно, мне это очень сильно не нравится.
Очень. Наружно. Хотя я вроде знаю, что... А нет, не тупик. А тут... И тут не тупик. Чувак. Мы с тобой обречены. Чувак, мы обречены. Этот путь невозможно. Можно найти. А где наша бабушка? Где наша бабушка? Она ушла. Ну-ка, друзья, ну что, хоть... Нет, дверь не открывается. Что ж тогда? Идем за... О, привет, бабулечка. Вроде в другой игре он тут был привязан. Но здесь он уже... И, друзья, знаете, это, с отдаленным лицом легче играть. Ой, друзья. Бабушка, что ты тут понаделала? Я не понимаю, что ты понаделала? Да вот как видишь. Ну да вот как видишь, шею. Только ты быстрее проходи, а то я и тебя сейчас пришью с твоими подписчиками. Воу-воу-воу, друзья, меня эта бабушка уже сильно... Эта бабушка уже сильнее смахивает на шарлатанку какую-то. По-моему, друзья, так. Напишите в комментариях. Нет, я так далеко добрался. А все напрасно. Уж какая умная бабушка. Знала, что я буду тут проходить ее ловушечки. Друзья, я даже не задел. Вот что это за бабушка делала такая? Хотя это, наверное, как всегда, моя бабушка. Чувак, ты не настоящий? Ты не настоящий! Все, теперь ты это я. Все, друзья, видите, я говорю. Сейчас я твой снапчат собью. Я сделаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья. Энтер. Все, друзья. Это будет класс. Сейчас другие наверняка придут, как всегда. Ну хотя у меня сбивается снапчат. Опа, опа. Ну что меня бабушка ест? Она меня съела, вот и все. Вот и вся сказочки конец. Вот и сказочки конец. А кто слушал, тот боец. Да, друзья, от третьего лица все-таки легче. То есть от второго. Вот знала же моя бабушка, что я тут буду проходить ее. Нет, я был близок к победе. Но меня съела бабушка. Чё? Я даже ничего не касался. Ну, друзья, моя бабушка 100% шарлатанка. Ну что ж такое, друзья? Ненавижу такое. Ненавижу. Это ее сосед, по-моему. По-моему, это ее сосед. Я даже не коснулся, друзья. Друзья, думаю, на этом моменте мы заканчиваем. Всем пока.